Пару дней назад на мой стрим зашел главный администратор сервера Arizona RP, и мы решили сделать зарубу с челленджами на реальные деньги. Как ты думаешь, кто одержит победу в этой борьбе? Ютубер Advance RP или главный админ Arizona? Смотри ролик обязательно до конца, и я постараюсь отжать у него зарплату. Приятного просмотра. Рой Шелби, мы крутим рулетку на 500 рублей, господа. 170 лайков добиваем. Ух, сейчас будет жестко просто. 500 рублей. А если сейчас не какой-то жесткий челлендж? У меня бабло есть на Киви, базару. Типа, деньги есть. Рой Шелби это главный админ, он тоже при бабках такой нормальный, солидный парень. Бля, Мэрия ЛС. Но это на такой челлендж, знаете, специфический. Если одна попытка, это будет сложно. Хотя бы каких-то две попытки. Сейчас мы будем бабки с Аризоной выкачивать. Не сотрудничая с Аризоной, будем с Аризоной бабки выкачивать. Нормально. Я бы прошел бы этот челлендж. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Купим себе шмотки, мы купим себе так. Кто не в курсе, в чем суть? Ты должен с этого вот места на велике спрыгнуть, коснуться каждой эти самые ступеньки, и в итоге приземлиться сюда и не упасть с этой вот... И не упасть с велика. 500 рубасиков, так, тихенько, тихенько. Все, поехали. Тихо, тихо. 500 рублей. 500 рублей! Тихо, тихо! Ого, прохожу, вы видели? Но это опасно. Тихо. Но это реально опасно, согласитесь. Фунг? Что-то как-то у меня вообще трясет что-то. Минус первая попытка. У меня их 4. Я думаю, их хватит. На 500 рублей на кону. Пуська! Наткнулся? Я думал, ты девушка вообще. Я думал, девчонка какая-нибудь сексуальная с третьим раз. Ой, что это уже такое, я говорю. Ой, опасно. Вот почему-то я здесь не могу нормально прыгнуть. Какое антипадение? Здрасте, пацанчик. У меня нет антипадения. У меня нет... Короче, ну такой... Фигни у меня нету! Нету! Бля, и что делать? Я застрял. Я сейчас зажал кнопку, что делать? Ну, в принципе, можем повисеть, как бы, но по факту я торкнулся. Поэтому осталось только приземлиться нормально. Ну что? Раз, два, три. Рой Шелби. А. Мэджик. Полетели. Най-на-на-най, 500 рубасика. А ты вообще силен в челленджах, братишка? Ого, кто ж такой неадекватный, это самая некультурщина. 10 лет сам поиграю, разве что руки кривые. А, ну это типа, в принципе, как у меня, ну ладно. Все, 500 рубасиков, ты согласен? Мы крутим рулетку, да, готов? Еще 500 плюс, все. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы будем делать все, пока ты валишь на полставки, и мы открываем бизнес. Что ж такое-то за... Пончик. Если сейчас Рой Шелби будет проходить, это будет вообще жопа. Две попытки. Идеально. Я готов выполнять. Я готов. Бля, вы скажете, что я подкрутил? Я не подкручивал, реально. Типа, эта рулетка настоящая. Но реально... Пончик ЛС, две попытки, Малфой. Вот, пресс F. Да нет, я же должен выполнить, по идее. 519-й. Ух ты, ёпта, шо создал, я взлякался, ого. Я уже настолько давно не выполнял этот челлендж, что не помню айдишник этой самой ватрушки. Взлякался, да не, реально взлякался, ну. Сначала я прочитал, знаешь, я вот вижу комментарий «Самурай», думаю, зажрался комментарий. А у меня, знаете, вот на подсознательном уровне вообще просто аж раздражение идет. Вот кто-то пишет мне «ЧСВ, зажрался», сразу готов просто пойти тупо, сразу двоечку прописать. Две попытки. Оба! Спасибо! За отсос! Можем чисто для тебя сделать, если ты хочешь попробовать. Любой челлендж для тебя и сколько попыток будет. Давай, все, ставочка следующая какая? Я выиграл 1000 рублей. Тупо-ту! Поднял бабла. Челлендж для Роя. Поехали. Чисто по-братски. 200 лайков. Легко! Мост СФ на велике, но это легко. И сколько у Роя будет попыточек? 5 попыток! Ну ты пиздюк! Ты должен на велике, 509-й айтишник. Да-да-да-да-да-да-да-да! Да, именно так, братишка, да. На кону 500 рублей. Так, он разгоняется. Фара-фара-фара. Ися, классная пися, спасибо.
Так уверенно идет, уверенно, братишка, не перелети, не перелети. Минус одна попытка, 4 осталось. Тихо, тихо. В этот раз он старается, без шуточек. Тут уже вижу, что Рой Шелби не такой уж, знаете, и лошок. На самом деле он такой жесткий, жесткий. Ого, кто поставил? Еще будет Рою Шелби штраф прилетать, прикинь. Ну тут жестко, все, он почти прошел. Спасибо за подписочки. Упади. Бля, все, он выиграл, поздравляю. Ну тут да, молодец, молодец. Все, я больше таких поблажек тебе давать не буду. Будет рулетка честно крутить. Ну на бабке просто очково играется, типа адванс как бы много денег не платит, надо будет зарплату повышать. Ой, бля, что ж я такое все пизжу и пизжу. Блядь. Я хотел бы парковку ЛВ на гидре. A few moments later. Все, поехали, уверенно. Тихо. Тупо уверенно, уверенно. Но тут нужно скорость подскинуть. Не спешить. Не спешить. Хоп. Ту-д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 у. 10. 9 и 10. 10. Алло. Алло. Уже немножко от курса. Брюс Уэйн. Ух ты, нихуя себе меня личности популярные смотрят, но. Да. $500. О, ну тут такой, знаете, специфический челлендж в том плане, что я разучился его проходить. Хоть бы не я. И то... Одна попытка, блядь. Я не хочу, я не хочу. Не, ну нахер такие челленджи. Ты шо, одна попытка, ты... Все, это Габелла сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, готов? Братишка, Рой Шелби, давай. Ну что, народ, погнали нахуй. Я думаю, нормально, нормально, братишка. Ты по карте ориентируйся, там карта у тебя есть. Одна попытка, цеп... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Между, вот, вместе, мостики, вот. Вот такая дырочка, да. Ну ты, конечно, подлюка. Я проиграл битву, но не войну. Понятно? Запомните. Давай какой-то самый хардкорный челлендж. Но, пожалуйста, только не кран. Все. Гидра, туннель и 1000 ДЛ. Ой-ой, если одна попытка, все, это тупо... Пожалуйста, не. Не. Не-н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 е
Все, полетели. Прошел. 1000 дела, все есть, все есть. Ну шо, народ, погнали нахуй. Велик на банк ЛС. Это то, что мне нравится. Ой, 4 попытки, да нормально, все. И кто выполняет? Пожалуйста, подписчик, хорошо. Подписчик, 4 попытки, велик на банк ЛС. Легко. Это прям вообще легко. Сейчас покажу. Ты должен на этом велике добраться вот сюда вот. Вот на это здание. А! Братишка, сейчас. Сейчас. Тогда смотри стрим. Прыгаешь сюда вот. Вот так вот. Дальше разгоняешься, но не очень сильно. Вот так вот нормально. Прыгаешь и резко тормозишь. Потому что можешь перелететь. Дальше просто едешь, прыгаешь сюда, сразу поворачиваешь. Дальше сюда и разгоняешься, вот прыгаешь на это здание. Вот так вот, чтобы не упасть. И самое главное, не упасть с велика еще. Имею в виду. Проходишь вот так вот, едешь, 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 едешь. И финальный прыжок. Хоп, все, долетел. У тебя 4 попытки. Теперь смотри, ты должен, ну, на скорости прыгнуть. Но не перелети. О! Видишь, тут нужно скорость контролировать. Минус первая попытка. Ты постарайся скорость нормальную держать. О, красава, красава, лучший. Фух, давай теперь ты должен по этим ступенькам подниматься. Прыгаешь? О, да. Ты должен был прыгнуть и резко повернуть. Так, минус две попытки, еще две остались. Вот, ну относительно часто. Опа, уже получше. Просто прыгай.
О, видишь, все, все. И также на эти ступеньки. Ты видел, я же налегке. А когда бачу повысят в админке? Я думаю, скоро. А, это нужно... Уроя спрашивать. Братишка, постарайся пройти. Главное, не спеши. На кону косая. Что значит, я не могу с тобой увидеться? Ууу, это было, блин, так... Вот знаете, самое сложное в этом, походу, челлендже, этот прыжок. Почему-то мне кажется так. Ты когда прыгаешь, сразу направо поворачивай. Так будет тебе проще. Не налево, а направо. Ну, ты налево повернул, но теперь думай. Нет, ты можешь назад сдать. Сдавай назад и будешь под тем ракурсом, да. Да не, думаю, батюк пускай адми... Да куда ж ты, блядь? Ладно, я чисто по-братски, я тебе дам еще одну попытку. Давай, Рой. Я уверен, что сейчас там Рой сидит такой потный. Блядь. Да куда ты лезешь? Не, братишка, еще одну. Я даю тебе, получается, уже шестую попытку. Бля, братишка, давай, тащи. Да не позорься, давай. А, нога легче стоять. Да я б не сказал бы. Я думаю, это челлендж вообще легенький для меня. О, все, теперь в самый конец дуй. Да-да-да, молодец. Так, разворачивайся. И теперь самое главное. На максимальной скорости и прыгнуть туда. И еще повернуть в какую-либо сторону. Потому что там стенка, и если ты прямо врежешься в эту стенку, ты упадешь с велика и не проиграешь челлендж. Поэтому, когда будешь прыгать, поворачивай сразу типа налево, чтобы в эту стенку приземлился боком. Понял? Красава. Дальше не подсказываю. Дальше сам, потому что на кону 1000 рублей, я не хочу как бы их проиграть. Вот на этой тонкий проебывается 1000. Так легко, братишка, ты шо? На самом деле это очень легко проходит. Все, финально. Давай, спасибо. Прошел ты челлендж, поздравляю. Никто никому ничего не должен. Мы как раз в ноль вошли, красавчик.